Приветствую вас на своем канале. У микрофона Данил Добро, канал Быстрый ПК. В этом видео я расскажу об этом канале. Канал посвящен компьютерной тематике. В основном компьютерам, ноутбукам и смартфонам на Android. Также операционным системам, на которых работают компьютеры и ноутбуки. Разбираюсь я в операционной системе Windows и Linux. Изначально хотел снимать видео про Linux систему. Веду этот канал с 2020 года. Чем же мой канал лучше других? Я делаю обзоры на бесплатные программы. Я не копаюсь в тонких технических моментах и объясняю без лишних сложных терминов. Рассматриваю все с позиции обычного пользователя. Также занимаюсь ремонтом ноутбуков и компьютеров. Поэтому на канале есть несколько видео про ремонт данных устройств. Ремонтирую обычно знакомым. Часто занимался именно чисткой. Также я изучал IT. Умею кодить и создавать простые программы. Изучал языки Pascal, Python и C. Также JavaScript и даже пробовал создавать свою 2D видео игру платформер. Но в итоге сейчас я перестал погружаться в IT. Но зато я собираю сайты на бесплатном конструкторе Tilda и Яндекс, причем на заказ. Иногда делаю обзоры на технику, которой сам пользуюсь. Но рекламных обзоров на данный момент у меня нет, я их не делаю. Только мое личное мнение, что тоже плюс. Думаю, у вас сложилось впечатление об канале Быстрый ПК. Если досмотрели до этого момента, то подпишитесь. До встречи в следующем видео.